Вот мы с вами были на ферме. Скажите, как там на удаленке доить коров или как там выходной объявить? Ведь это нереально. А кто-то будет сидеть дома без работы. И им зарплату сохранят. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя. Поэтому мы никому ничего не запрещаем. Ни над кем мы не давлеем. Но как государство мы делаем все, чтобы людей защитить. И не только в этом году. Так было всегда. Но самое главное для меня, мы встряхнули всю систему здравоохранения. Мы сейчас контролируем и смотрим, как работают врачи. Они не открывать и закрывать границы должны, а должны лечить людей. То, о чем я сказал месяц назад. Это дело врачей. А государство должно помочь людям преодолевать эти тяжелые времена. Но с моей точки зрения, катастрофы у нас никакой нет.